Так, тихо. Ренат, посмотри на меня, умоляю. Какая ты шуха. Ренат, да, сегодня релакс. Да, сегодня релакс, да и сделай. Ренат, ты вчера старым угорал, что это хуйня в себя всю аптеку запихала. Вот, смейся тебе, блядь. Не смешно, блядь. Раз. Что хочешь? Настроение кайф. А это кайф. Раз. Витон, ты выспалась? Алло, шуты, нам еще ебать сколько работы, брат. Да, нахуй на ебать, пошли вы нахуй все, блядь, я пошел спать. У нас столько работы, что если я не высплюсь, там пизда. А чей это будильник? Это ебать, каждый раз его садить, нахуй. Равша? Да. И стою, да? Блядь, сука, меня такие люди напрягают, еще и не выключая, да? Этот, выключи будильник. Можно к тебе лечь? Пообниматься. Чего у тебя воняет тухлым? От Рената, да? Сейчас, сука, еще мою постель зашкварит. Дома никого нет, иди не нахуй! Спроси Ники и сразу пиздец. Выгоняй, сейчас полицию вызываем, да. Нельзя, стрим идет. Пацаны, мы полицию вызываем, все, я не выйду. Ладно, я пойду, постою 7 минут у нас. Здорово! Можно не спят, пацаны, ну? Одну фотку, пацаны, и все, не будите, да, они, ну, спят. И в школу идите, ну, не прогуливайте. Да, да. Все, хорошо. На биологии сидели, стрим. Ничего себе, надо учиться. Давай, давай, быструю фотку делаем. Равш, вставай уже, ну реально надо что-то делать, время уже час. Почти. Главная тварь. А ты меня зачем наебать? Ты сказал полчаса, ты уже полтора спишь. Давай, вставай, давай их будить. Дело-то до хуя, блядь, давай, пойдемте что-то делать. В рот выебу нахуй приедет, понятно нахуй? В очко выебу. С маской есть, если что. Мяу. Говядина? Говядина. Давай говядина кушать будет, давай. Здорово, работяги. Добро пожаловать на скинозавод. У нас тут все просто. Посередине баланс шестеренок. Их тебе сразу же 1000 штук насыпет. Слева конвейер кейсов. Стреляй по кейсам и смотри, что внутри. Одно открытие стоит всего 10 шестеренок. Справа скиногенератор. В нем раз в 2 часа производится бесплатный скин, который можно улучшать за шестеренки. Твой прогресс сохранится до конца осени. А снизу мастерская, там наша шаурочка чинит получаемые на заводе скины и помогает их вывести в твой Steam. Ссылку на временный скинозавод на Epic Drop я оставил в описании. Получи 1000 шестеренок за регистрацию и осеннюю операцию с халявным ножом бесплатно. Или кока-колу. Бля, только осталось говядина холодная, хуйня, бля. Доброе утро, страна! Привет! Какая страна? Россия! Блядь, очень невкусный хот-дог, очень невкусный. Пиздец невкусный хот-дог. Да, выглядит, да пиздец, спать, блядь, неудобно, блядь, позвонок болит, нахуй, блядь, себя весь. Спина болеет, блядь. Музыка нас связала, тайна юнашей стала. Полоску, ребята, блядь, да это хуйня, не надо, пацаны, полоску. Не это, надо, кикнуть. У меня было, смотрите, до сих пор, блядь, не выросли волосы, я ебал тваскую полоску. Надо покурить выйти. Тихо. Да я нахуй. Я ему ебаю, сука, погал. Еб... Кто здесь, ебал? Утки, говорит. Мне кажется, они снутри закрылись. Откройте, эй! Можно сфоткаться, Стил? Стил! Руфат сегодня приезжает. Сегодня нам приезжает? Да. Руфат. Ростик с Гуакамоле тоже уже на месте, они со вчерашнего дня нас ждут. Прикинь, заходим, они долбят 3 НАТО вдвоем. Мы сфоткаться хотим, можно? Ребят, у нас случилась несчастье. Все, музыка такая играет, вот так. А чего его никто искать не будет, мне гражданин даже? Thank you.
О, Руслан, почему тебя на игрушках показывают? Так, смотрите, при передвижении на ебаном автодоме нужно убрать все со стола, закрепить все, какие-то ремешки, бля, или так далее, да. Положить все на полочке, закрыть все двери для уплотнителя, потому что на поворотах ваши ебаники послетают нахуй. Ты можешь нормально водить, чтобы они не слетали. Нормально водить будешь у себя, нахуй. Понял, дома в Перми, а тут будет по-краснодарски, Вася, понял? Так заговорил. Да, все. Давай нахуй. Ремень пристегнул, свой хуй тоже пристегнул, бля, ебана воняй, не заходи, минут 15-20. Ну вообще лучше запечатайте нахуй. Так, Ренат не на кондициях, ну ладно. Будем кондиции сами, как говорится, восполнять. Баланс. Я ваш рот ебать не выспался. Да, старый, ты хуй припечатался к этой кровати. Вставай, давай. Так. Шалава, хороший вопрос. Не знаю, нахуй. Ну просто сделай вид, что тебе не похуй. Так, где мои папочки фуриста, Равшан? Бля, Равшан тоже с нами, клянусь, я вообще вахуй. Ренчо, мой самый любимый друг, брат. Как ты? Ребятка, вставай уже. Тебе сразу говорю, все, что вы сейчас вот, ну, как-то не прикреплено, не закреплено. Это все нахуй заедет, сразу говорю. На. Схавай. Не, брат. Не, я не буду есть. Не то чтобы, брат, я там пытаюсь выделиться или там, или я ЧСВ, блядь. Или я типа это богатый, блядь. Это уже все поняли. Что у меня на машине там карбон. Ренат, сколько у меня машина на карбоне? Ну, если он не отвечает, значит он умер, брат. Ну, обычно всегда надо, то есть, на это отвечал. Сэм, надо говно быстро слить, там бак супер быстро заполнится. О, на это кренату, пацаны, ну, обсуди. Да, я так не умею, поняли? Горловой приедет, сольет. Смотрите, у каждого, как бы, на экипаже есть своя, как бы, задача есть. Равшан, он, ну вот, ну это Равшан просто. Равшан, он просто может вот сидеть так и все, вот, переписываться. Ренат, это, ну, отвечает за, там, настроение компании, то есть душа компании, там, да, то есть, и, ну, и частично за канализацию отвечает. Я шестерка. Таджик, это шут. Ну, Атом отвечает, как вы понимаете, ну... Пенсию. Сберкас, там, и так далее, то есть, ну... Как там, книжка банковская или как она? Да, да, ну, то есть, он отвечает пока только за вот этот свой квадрат. Ну, чё, Рашван, блядь? Подожди, братишка. Сура на смену выходит, а па, блядь. Я не в рот, блядь. Ну чё, блядь? Так, чё у нас по расходу? За ночь у нас съело меньше треть, четверти бака. Блядь, хорошо посрал. Ты сейчас подумал, Раш. Посрал, да? Да, посрал с кайфом, брат. Ты чего вдруг не срёшь? Понимаешь, брат, если я не посру, брат, все токсины внутри остаются, брат. Я хожу токсичный, брат. Смотри, посрал и настроение кайф, брат. Не запор. Реально? А кто это? Запор кто по нации? Скажите мне рынок, где есть, короче, спецодежда, там, дождевики, потому что, брат, перчатки, типа, теплая одежда, бля, потому что нам пизда. Типа, я просто рынка. Чувствую, что я сейчас, ну, и сейчас я не, ну, посмотри на эту погоду. Как вчера 35, а сегодня 4, да? Чё за меня вообще, бля? Я куда попал, бля? Куда апокалипсис, ебаный, а, шмая? Take me higher! Вася, у нас труп катается, слышишь, у нас 200-й, бля, там, надо с ним что-то сделать, выкинуть его с машины. Подожди, а что он делал ночью? Он сначала включал музыку, орал там, реально? Лежал рядом с тобой на всю громкость ТикТок, и я думал, ты сейчас встанешь, вот душить начнешь, нахуй. Я нихуя не слышал, клянусь. Он почти уснул. Очень громко было, брат. Единственное, что, я заебался, вот это, резко. Да, и ты на него кричал, ты на него кричал. Он почти уснул, я вообще уснул так сладко. Микросвап не сейчас, брат. Поехали за помидорами. Этот гандон спать лег, мы его в итоге подняли, пошли, поехали в лес. Короче, да, короче, это мразь. Это я ему где-то минут 15-20 говорю, Ренат, поехали помидоры покушать. Он игнорит, он просто молчит. Просто, я ему крикнул, дурачил, он сразу проснулся. Короче, слушай, и я уже засыпаю, а ворот ебать, сон уже вижу почти, он. Я слышу его так с просони. Поехали за помидорами, Сэм. Я встаю, бля, и понял, вот этот минусвай поймал, бля. Короче, за шуха меня вчера обломала, нахуй. Когда тебе сон обламывают, все у тебя. Да, это я слой, нахуй. Я уснул, он, заходит в хату, в 6 утра живо вернулись. Да. Бау, блядь, я аж понял, просто что за хуя, я спал, блядь, труп, блядь. Ты очень хорошо спал. Не слышал, не
Так он рядом с тобой эту всю хуйню еще делает. Да, я не знаю, как ты это все вертел. В сантиметрах это было. Когда он свадебный трек. Бля, ну это... Не танцевать вот так? Не, это смешно, базары. Брат, ну мы не сможем в следующий день что-то делать, заводить, пока мы не выспимся. Так, нам, подскажите, пожалуйста, нам нужно... Всем, да, возьмем? 5 комплектов. Таких теплых на нас. О, нормально. Слышишь? 20 член, вот. Это что, даже... Ну, не было. О. А, без капюшона. Без капюшона? Нет, капюшон, он закрытый. Он закрытый. А, все, давайте берем. Амуля, давай вот такие оденем просто с голым торсом. Да, на такие штаны и плащи, и все. Давай, гоу. А зачем? На футболке есть снизу. Футболке есть у нас? Кофта, да. Ну да. Ну да, куртки высокие. Давай, да, давай. Можно вот два таких. Цвет выберем? Зеленый, желтый. Вот ну давай, как бы, такие комбинируемые цвета возьмем. Синий и желтый? Можно... Зеленый. Зеленый. Желтый, темный просто, да? Небольшие будут. Да? Да? Небольшие, да. Да, бля, это что, не да это мы тоже, честно, не маленькие. Ну, давай померим, да. Ну, нам небольшие. Не ну, мы реально миньон будет похож. Не, бомба. Ну, это же еще надевается. Так мы так и будем. А мы так и будем. Мы, нам лодку надо строить. Давай. Из машины. Да я, брат, 2XL я помещу, да, нормально. Ну, да, это 56-58, конечно. Да, помещу там. Сам, знаешь, что самое главное, дядька? Чтобы было не маленькое, а большое. Да, большое. На вырос. Вот моя младшая брата на вырос. Он реально хорошо смотрит. Бейджик сам у тебя упал. Вот таких еще 3. И вот Чаоши. Нормально? Йоу, передаю всем привет. Вообще прекрасно, брат. Молостной аутсайд, братва, слоны, йоу, камон. Капюшон есть? Да, брат. Ну-ка, проверь. Он там запрятан, да. Есть? Ну, что-то есть, да, наблюдается такое. Да, есть, на всякий случай. Все, хорош. Чтобы из дождь пошел, работать можно. Они как раз вот они непроницаемые, хорош, нормальный будет. Сексуальный? У меня просто даже худака нет, понял? Один может такой на всякий взять. 2500 стоит, блядь, что дорого. Шеф, а есть какие-то дешевые эти? На русском как будет это? Как на русском? На русском будет. Вот такая вот есть? Такая вот, такой только дешевый. Фуди. Фуди. А зачем это? Ну, это кофта, во. Да на всякий, да вот вроде что-то есть. Хорошая тема белья. Вот же, не? Ну, это этот самый, это обычная куртка на флисе. Вот такой вот. Сэм, ты запаришься, в этой жарко будет. Брат, тебе жарко. Мы же будем работать. Да, ну все жарко хорошо. Будет. На всякий случай, не хочу заболеть. А вот. Важное мероприятие. Во, просто... возьми кофту или термобелье. У меня просто свадьба чуть послезавтра. А, точно у тебя же свадьба. Да. А мы где сейчас? В магазине. Он чуть дезориентировался. Он сейчас. Можно? Давай возьмем. Перчатки надо. Дороговато. Да, все, так, возьми. Разрывать, да. Когда это все вырвешь, чтобы... Да, уже можно. Вот это с пальцами лучше, наверное, нет? Да, который потолще. Да. Вот мы же будем прям вырывать эти все. С пальцами я иду. А что будете именно? Что двигатель. Машину раздербанить надо. Так, калоши какие возьму? 700 рублей. И за 4500. Вот эти, взять просто больше пары, если что менять. Нахуй вообще думать. Шеф, а сколько? Пар по 10 перчаток? Шеф, еще вот таких надо 5 штук. По 10? Даже? Да. Уже самый любимый, да? Нет. В общем. Уже сразу же, да? С ворсом. Да, маленькому фуражку возьмите, до сих пор. Шеф, еще вот такую вот панамку. 2 штука. Еще Адаму давай фартук возьмем, чтобы он как лицо прибирался. Нахуй ты за Адаму горничную делаешь? Нахуй ты за Адаму горничную делаешь? Чего? Вот старый мужик, а где вот твое уважение старшего? А ну, вы скоро... у вас где уважение к старшему? У меня весь. Я ни слова тебе не сказал туда. Гау, что значит? Гау это гей. Красотки. Не, нахрен. О, Лёля шо, блин. А зачем они тебе? Тебе на свадьбу. Кофе пить? А, мне на свадьбу делать. Сапоги надо. Белые баллончики по бокам молоко. Слышишь? Давай. Белым баллончиком напишем молоко. На машину. Каски или это надо? А, каски не, брат. Столько для антуража. Фермерское. Веселый молочник. Веселый молочник. И этих, сапожки. 44. 44. 42. 43. И еще один 42. Еще один 42. 2, 42, 2. 44. 2, 44 и 1, 43. А давай померим просто всякие. Да, да. Нет, сейчас, конечно, померим. Пишет, надо рыбацкие штаны, чтобы... воду вот, заходить. А, в воде лазить, реально. Вот они. 42 нужен? 42, да, вот. Да. А ну, может, даже мне тоже подойдет.
43-го. Померить надо. Не держит у тебя клапан. Уже все. Уже не выдерживает. Нет, 45-то большовато это будет. Трэш-стримеры. Даже 42 надо. Слышишь, если тонуть будем, что делаем? Как крыса с корабля. План эвакуации. Бежать просто. Помоги, побежи. Я одну вот эту панамку можно, шеф? Даже два. 35 тысяч. Ебатый, бля. На сабсерфе попрыг, слышишь? Если взять его и под машину, несколько штук. Молзгем, молзгем. Я сам собой поражаю. Давай уже там лодку купишь, под машину поставишь. А в нат... Слышишь? Сейчас внутри давай сделаем сплав. Ты че, ебать? Ты можешь впакваться, спать? Да. Прикинь. Я вчера познакомился с типами, у кого мы взяли в аренду. Они занимаются стеклопластиком. И они могут любую форму сделать, чего по кайфу. Они делают мебель для... Не мебель, ну типа, понял, да? Вот декорации для парков, там, и так далее, понял? Я сказал, карбон сможешь купить, конечно. Витами, только матрицы, эти любой карбон сделаю. Еще что-нибудь? Вариант тебе рекламу? Две фуражки. Говорит, твои фио пробили, а вам просто... Желтую каску. Шеф, есть свисток? Вот да, нет, две свистки. Нет, вот такие. Вот две такие. Штучки, да. Три. И одну желтую каску, пожалуйста. А ну, примерка пошла. Ну, они все одного размера. Все, что, да у нас башка одинаковая. Вот желтую, да. На 300, да, стоит? Это чтобы издалека было понятно, свои или нет, понял? Да. В лагере вот не так различаться. Товарищ, чтобы тебе удобно. Говно, должно говорить, что оно говно. О! Начальники! Ты по-другому надел ее? Почему? Не знаю, обманул тебя. Как, вот так вперед? Все, правильно ты ее одел. Я одел, братишка. Все, братишка, давай. Надел, да. Одевает кого-то, надевает на себя. Ну я, блядь, не могу. Чирикает. Ребята, надо вам ту кепку оранжевую купить. Не, ему наказание надо что-то очень супер уёб. Уютное. А, чувствуется? Чувствуешь что-то? Да, чувствую, надень. Че ты врешь, чувствуешь? На. Да можно туда подарить. Да смысл от нее, если в ней хуже. У тебя сверху наеба. У тебя это сверху штука. Так что она дает? Это давит. Вот это там же металл, блядь. Ну у нас есть все, даже и взяли, все взяли, бомба. Ау, брат, на этот БМ. Ренату дефибриллятор купи, пока он спит. Ренат оттуда всю габагабу достанет. Одежду купили? Вот они. Вот такая у нас будет шмотка. Как вам? Я до сих пор во сне. Кавап стрипл. Что ты делал за обычно? Я тоже делал. Бил в штаны светлый одел. Не, я имею в виду, что я буду эти два дня вонючих играть. Что вы хотите? 17 000, 25 рублей. Ой, вообще, блин, хорошо, вообще, блин, бомба. Ты дома больше будет? Да. Здравствуйте. Это вы Равшан Ахилл? Нет, нет. Я знаю. Это просто похоже на него. Наверное, похоже просто. Из ролика Литвина, вы вашу роль вчера смотрели, где вы сидели. Реально? Да. Все, молодцы. Красавчики, молодцы, да, красавчики. Все, молодцы. Мы просто сейчас снимаем. Только. Можно с вами сфоткаться? Да, после съемок, хорошо. После съемок, хорошо? Мы сейчас снимаем. Это не сейчас, попозже. А когда? Ну, этот, пока не знаем. Пока, короче. Часик полтора. Два дня. В школу надо? В школу, да, буквально быстро. Можешь просто с вами быстро сфоткаться? Брат, ну, если не понимаешь, давай, да. Слышь, смотрел ролик с ним, сфоткался с тобой. Не, он смотрел наш последний, да. Как ты, ахи? Ренат, ты умираешь, брат, кажется. Нет температуры, брат, я, наверное, просто слабость, потому что ты всех заебал ночью, оказывается. Брат, как я не проснулся, Ренат? Ренат умер. Бля, Ренат очень смешно клянет, брат, я не могу сидеть на него, посмотри, его с ха-ха половлю, секунду. Ha, 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 ha,
Так, тихо. Внимание! На дорогах Краснодара был намечен дом на колесах с нелегальными мигрантами. Пристают к жителям, нарушают ПДД с криками «Узкие шелочки!» Держат весь город в ужасе и страхе. Фуй, блядь, почему эта дура спит, а я нет, блядь? Почему такая несправедливость? Я вообще не... Хотя он не давал спать никому. Почему какая такая несправедливость? Почему я, блядь, сижу за рулем этого, блядь, автобуса ебаного, блядь? Или что это нахуй? Фура ебучая, блядь. Это шуха долизывает, блядь, секунду. Ему а, блядь, подожди, походу не долизал, пошел. Продолжение смотреть. Это шуха долизывает. Я не понимаю. Он сидит и смотрит свой сон, где кунингус во сне делает. Куни 3-9. Ли, зон. Ли 3-9 зон. Типа лисян, ли 9. Блядь, как тебе наша краснодарская авантюра? Понял пароль? Да, 04-17-11. Нихуя! Не меняется нихуя, брат. Опа, товар пришел. Либо не... Хорошо. Че, принимай заказ. Редрумского, бля. Сука, почему на один так смешно, бля, хохоловить? А вам что пишет? Я люблю лизать узкие шелочки. О, доставочка. Спасибо и вам. Чел, мы Адуму попить не взяли, пух, Байкал попьет. А, это не Адуму не взяли, это Ренату не взяли. Нет, Ренату не взяли. Так, американо сказал. Ну хуй сосед не будет. Давай узкая шелк. Кто спит, того и тот ничего не будет пить. Сколько забрал у них шмоток нога, сколько они у них стоят нога. Я вижу нефура стоит на улице, через секунду лежит, упал. Бабские шмотки тебе не помогут, ты транса, я жесткий мужик.